Мадридский музей Тисона Барнемиса приглашает на выставку «Рембрандт и портрет в Амстердаме». Экспозиция, посвященная портретному творчеству мастера, в Испании проходит впервые. Также здесь представлены работы и его современников. Посетители увидят 80 картин и 16 гравюр художников золотого века голландской живописи. 39 полотен принадлежат кисти Рембрандта. Есть и картины его знаменитых учеников Говерта Флинка и Фердинанда Бола. Шедевры позаимствованы из музеев и коллекций по всему миру. Метрополитен музея в Нью-Йорке, художественных галерей Вашингтона и Лондона, Амстердамского музея. Одна из задумок кураторов – показать зрителям особенности художественного рынка 17 века. Мы думаем, что Рембрандт, как и большинство его современников, создавал автопортреты, в том числе для саморекламы, чтобы продемонстрировать свою технику и показать свое лицо. Это был своего рода маркетинговый прием. Выставке посвящены 9 залов, где картины Рембрандта расположены с полотнами художников, которые уже работали или только прибыли в Амстердам. Любителям живописи будет любопытно сравнить почерк художников. У Рембрандта он особый. Мы видим, что в его портретах сквозит грусть, уныние, но, конечно, можно уловить и радость. На полотнах запечатлены люди, которые выглядят задумчивыми. Они всегда смотрят в глаза зрителю и рассказывают нам свою историю. Картины великих мастеров в оригинале открывают посетителям множество мельчайших деталей, незаметных на репродукции. Выставка будет открыта до 24 мая.